Яра готовится к Пасхе, выбирает себе. Маршруту Малый Иерусалим, Красная нить, оберег из Иерусалима, Стена плача Малого Иерусалима. Пойдем посмотрим сувениры из Израиля, экскурсии. Не знаю, насколько сейчас оно все это работает или нет, но, по крайней мере, мы попробуем выйти прогуляться. Просто вот синагога. Там можно зайти вовнутрь, там экскурсия тоже. Но я не знаю, Ярослав выдержит нашу эту экскурсию сейчас. Мы живем, получается, в таком вот историческом, в принципе, центре самом, Евпатории. Ну, как всегда, мы ходили-ходили. Бродили. Мне кажется, мы опять не туда вышли. Без, конечно, экскурсовода здесь. Или хотя бы так вот, кто намек нам дал бы. Вот, куда мы врезались. По-моему, мы ее подскочили. Ну, мы будем обратно идти. Мы сидим тогда на набережную. Нам надо походить. Вера стоит на бордюре, боится. Шуганый. Что ты боишься? Высоко? Пусть и кормить, а птиц нету. Решили здесь постоять. Раз пять пытаюсь Ярославу сфотографировать на набережной. Он берет, отворачивается. Он берет и сматывается. Что у Немножко лето от нас. Уже практически вот такая тепло, и мы расселись. Классная погода. Картина называется «Ярик и Чайка». Сейчас будем еще кормить. Они у него ловят прямо на бельту. Сидают. Я очень умный, тренировался хорошо, занимался. Правда, было днем очень тепло, сейчас немножко прохладно, поэтому в карте. Вот так вот. Вера, как всегда, собрала около себя птицы. Потом они отшли там далеко-далеко. А?
топа. Давай. Угу. Ты ноги ближе делай к коляске. Тебе будет получаться вообще четко. Еще поближе ноги. Ага. Вот, остановись на них. Ага. Во, во. Точно, молодец, класс, давай. Помощник у меня такой. Здесь тоже народа не очень много. А я. Такие там раскопки. Не знаю, видно будет, не видно. Там. Нет, наверное. Внутри. Вот. Городской бювет. Флаг. В России, в Паторе. Публичная библиотека городская имени императора Александра II. В память 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости. Сооружена и оборудована на средства дувана Семена. Яра на фоне библиотеки. Опять закутанный. Что там у тебя? Говори. Музей-магазин, дегустационный зал. Музей вина, дом вина. Вот здесь такой тоже есть. Вход свободный, дегустационный зал. Дегустация бесплатна. По крайней мере, летом было. Сейчас не знаю, сейчас не написано. Яра готовится к Пасхе. Выбирает себе набор для украшения яичек. Смотри, смотри, ты выбрал что-то себе? А? А что там? Пока выбираешь? Яр, все заканчивается. Салфетки такие красивые. Тебе нравятся салфетки? Ну, это свечки, Пасхи. Оригинальные. А? Что ты хочешь? Такие свечки, яички. Яр. В душу запали. Да? Что ты хочешь? Идем домой. Кстати, погода успокоилась. То есть, как бы, если до этого было так вот достаточно холодно, а сейчас так хорошо. У Яры одна проблема – покушать. Что бы то ни было. Лишь бы поесть. И, кстати, он здесь начал, я не знаю, может, так тренировки его действуют. Он стал очень много кушать сладости. Думаю, он вообще не ел. У нас сладкое. Ну, только там, если какой-то торт. Опять же, этот торт был не в таком прям вот необходимом состоянии, как он здесь ему. Постоянно хочется что-то сладенькое. Может быть, нагрузки так действуют. Кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра.
ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя.